Альберт, с возвращением на Томскую землю. Очень рад тебя видеть. И болельщики сегодня тебя приветствовали тепло, когда мы тебя объявляли. Ну, расскажи про сегодняшний матч. Какие твои первые впечатления? И действительно ли такие матчи за 6 очков? Ну, тяжелый матч был. Достаточно много борьбы. Такая как бы вязкая игра. Поле немножко было сухое. Вот, и поэтому, ну, в основном акцент был сделан на подборы, на борьбу. Это самое главное, наверное, было в этой игре. Ну, и стандарты много решают. Скажи, пожалуйста, с трибуны показалось, что ваша команда даже слишком спокойно играла сегодня в удержание мячом, друг другу передавали спокойно, не паниковали в защите. В чем еще рецепт вашей победы? Ну, в этом я бы не сказал, что главный рецепт, но самое главное, наверное, самоотдача, желание победить. Ну, вот, говорю, борьба самая важная, наверное, была в этой игре. Ну, в принципе, соперник нам давал разыгрывать, мы как бы от своей игры не отходили. Ну, единственное, наверное, концовку первого тайма немножко провалили, подстроились под игру Томска и начали, ну, больше играть через длинные передачи, бороться. Ну, и где-то, наверное, ну, у нас это не получалось. А во втором тайме, в принципе, тоже неплохо начали. Было так пару выходов хороших, но не забили. В конце хорошо, что было пенальти. Забили только с пенальти, а вот в основное время и с игры голы никак не шли. Почему? Что не получается? Почему не удалось забить сегодня? Обстучали все штанги? Ну, немножко не везло. Так, в принципе, подходы были неплохие, так, полумоментики. Ну, пенальти, какая разница, тоже гол. Скажи честно, Ротор стремится в премьер-лигу? Ну, как бы, задачи как бы нет официально от руководства, но мы все как бы профессионалы, все стремимся быть первыми, так что боремся только за самые высокие места. Ну и расскажи, в Томске успел что-то погулять где-то, что-то кого-то увидеть из знакомых, или гостиница, тренировочное поле, самолет домой? Нет, успел зайти сегодня после обеда в кафешку, вот счастье есть, выпил кофе с другом. Как бы все то же самое, особо не поменялось. Ну, приятно возвращаться, как бы я тут провел полтора года, как бы команда была хорошая, мы один раз вышли в премьер-лигу, второй раз. Ну, через стыки не получилось, но воспоминания только самые позитивные от города и от команды. Ну и у нас о твоей игре и о тебе. Спасибо большое, удачи.